Нелегальные такси небезопасны для пассажиров. Рейды по выявлению таких перевозчиков проводятся регулярно. На Броварской улице сотрудники Управления административно-транспортного контроля Минтранса Московской области совместно с представителями ГИБДД и профильного управления администрации округа проверили лицензии у водителей такси. Каждый случай, когда фиксируют их отсутствие, оборачивается для излишне предприимчивых водителей немалыми неприятностями. Им грозит штраф в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей. Но штраф – это еще не все, с чем сталкивается нелегальный перевозчик. Его автомашину отправляют на штрафстоянку, где она будет находиться до тех пор, пока суд не рассмотрит дело о наказании. Как один из вариантов, это согласно законодательству, в соответствии кодекса административного правонарушения, от транспортных средств изымается как орудие совершения административного правонарушения. С учетом того, что данный вид деятельности, они не проходят ни техосмотр, ни медицинский осмотр, соответственно, могут причинить действительно серьезный вред пассажирам и участникам дорожного движения. С целью обеспечения безопасности дорожного движения инспекторы управления транспортного контроля проводят такие рейды ежедневно. У нас на глазах проверяющие оформили протокол в отношении водителя, который взялся за деньги подвезти пассажира. Рейды проводятся систематически. Взимаем достаточно большое количество транспортных средств. Ежедневно минимум там 2-3 автомобиля транспортного средства, такси. В течение года там более 100 транспортных средств изымается. Андрей Горбунов сообщил, что благодаря усилиям инспекторов количество нелегальных перевозчиков на дорогах Московской области существенно снизилось. В нашем регионе в 2021 году за отсутствие лицензии около 2000 автомобилей были поставлены на штрафстоянки. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.